Дорогие одесситы, хотелось бы сказать несколько слов в отношении фонда «На благо Одессы». Фонд «На благо Одессы» был создан одними из лучших бизнесменов в этом городе. На моей памяти, да и на памяти многих других, впервые люди такого уровня и такой репутации объединились вместе ради какой-то цели. Мы считаем, что любая цель, которая приносит пользу городу, оправдана. Это может быть как форма для спецназа, так и помощь больным, раненым, жертвам АТО, их семьям или центру по обслуживанию граждан, или какие-то приборы в госпитале. Деньги, которые мы собрали в этот фонд, это деньги из наших бизнесов, это деньги, заработанные честно, это безналичные деньги, они полностью прозрачны, и доступ к ним имеет налоговая и ДФС. Мы считаем важным подчеркнуть, что никакие инсинуации, связанные с фондом, не могут пройти безнаказанно. Все знают, кто первый кричит «держи вора». Думаю, что нужно хорошенько разобраться в том, кто эти люди и почему они так говорят. Возможно, в отличие от нас, у них другие источники заработков, и эти источники связаны с бюджетом, государственным бюджетом. Поэтому прошу вас доверять честным именам тех бизнесменов, которые сегодня дают этому городу десятки тысяч рабочих мест, которые дают миллионы и миллионы гривен налогов. Не вестись на провокации, держать голову холодной. Слава Украине!